Барак Обама считает, что Хиллари Клинтон больше, чем он, достойна быть президентом США. Это признание прозвучало в третий день конференции Демократической партии Филадельфии. Свою речь Обама переписывал 6 раз. Финальный вариант свелся к 2 основным частям. Восхвалению достоинств Хиллари Клинтон и высказыванию не очень приятных вещей в адрес лидеров республиканцев Дональда Трампа. Американские СМИ усмотрели странную закономерность выступлений Филадельфии. 44-й президент США выступал 44 минуты, а 42-й Билл Клинтон днем ранее говорил 42 минуты. Если сегодняшняя речь Хиллари продлится 45 минут, это станет элегантным намеком.